trafiły kobyłki, stałe garaże. Дорогие друзья, не все здесь знают, какой у нас повод. Сегодня день рождения, с другой даты. И я собрала здесь всех моих самых близких друзей, тех людей, кто меня растили, кто видел, как я пела когда-то на табуретке песни. Собственно, я хотела с них начать, вы не удивляйтесь, дальше у нас будет живой бэнд, но сначала мы начнем с небольшого попурри, который я посвящаю всем, кто меня знает вообще с рождения. Маме. А вот. Ну, можно начать. Матушка.
Тогда давайте, наверное, начнем уже. Да. Да, мы будем выстраиваться, я буду отвечать. Thank you.
самом деле о первом треке, о Шаде, потому что она сыграла огромную роль в моем творческом пути. Есть здесь один человек в зале, который очень много сделал для того, чтобы я... Не для Шаде, для меня. Вот. И одно из его очень важных дел в моей жизни, он мне подарил когда-то, это было очень давно, подарил видеокассету с живым концертом Шаде. И мне было лет 11, наверное, я была шокирована. Поэтому я решила открыть с этой песни мой концерт. И, собственно, вторая песня — это Amy Winehouse, которая тоже меня когда-то очень сильно впечатлила. Собственно, с этой песней. И я с удовольствием хочу ее вам исполнить. Подождите, что мне теперь thank you.
Я просто составляла программу как да, спасибо. Песни тех, кого я очень люблю, кто меня вдохновлял. Ну а дальше будет авторская программа. Я ее слышала уже совсем недавно,
но она почему-то меня очень затронула, мое сердце. И я почему-то стала, когда слышала ее, думать о тех людях, тех близких, родных людях, которых с нами сейчас нет рядом. И когда я пою, я думаю о них. Не знаю, мне кажется, они меня слышат. Собственно, вот она эта песня. Надеюсь, вам понравится. Thank you.
музыкальные инструментальные паузы. Ребята сыграют что-то инструментальное. Не на как раньше, на 5 минут. Даже 4. Хорошо. Пока Оля готовит свой сюрприз, мы сыграем инструментальную нашу авторскую композицию. Надеюсь, вам понравится.
Спасибо. Соло на барабанах Андрей Акаров. Была солисткой, автором, композитором команды Grey Smokers. Мы были очень популярны, это было так давно. И Саша — это одна из наших песен популярных. Thank you.
Thank you.
Thank you.
который я очень люблю с детства, но это уже не мой авторский, если бы да, это... Это не мой авторский трек, но я его очень люблю, и мне мама говорила, что я с детства, когда слышала по телевизору клип вот этой песни, я всегда бежала и смотрела, не отрываясь. И до сих пор у меня эта песня вызывает какую-то радость, какое-то такое утверждающее настроение. Я очень люблю эту песню. Надеюсь, вам тоже она поднимет настроение. Все просто солнце, душа, волны, так.
пауза, пожалуйста. Ну, поделай красоты. Что, еще красоты? Еще? Thank you.
Thank you.